Ребятки, всем привет! Всем привет! Всем привет! Мы едем в школу. Сейчас мы отправим деток в школу и едем на оптовку. А то уже в комментариях, вот вчера скинула, что там компоты, и в комментариях написали: Люба, ну где ваш перец дунганский в томате? Ребятки, и кабачковая икра у нас, и перец дунганский мы ее делаем. Такие закрутки делаем много. И решили ехать на оптовку, потому что здесь цены, ну, высокие. Самые дешевые помидоры железобетонные 40 рублей килограмм. Кабачки здесь 40 рублей килограмм. Раньше, блин, в это время 5 рублей килограмм эти кабачки стоили. Вообще я не знаю, что творится. Все, причем дорогое, все овощи. И если нам разрешат там, надеюсь, на оптовке снимать, я вам покажу, какие цены на оптовой базе. Это мы поедем в село Великовечное. Уроки у нас начинаются в 8 утра, и с сегодняшнего дня уроки не сокращенные, до этого были сокращенные. В тени было 40 градусов, невозможно, дети приходили вареные, а вот когда позавчера прошелся хороший такой, да, ночью дождь, прям хороший, даже сейчас вот прям так хорошо, прохладно. И вчера учительница на WhatsApp написала, что сегодня уже будут не сокращенные уроки. Так что едем, ребятки, сейчас покажем, что и что как. Вера с папой уже побежали, а мы с Ромочкой. Ромочка, поздоровайся со всеми. Привет. Стесняется. Стой, Ромочка, там машины. Потихонечку. Давай. Школа. Учиться. Ромочка. Получать знания. Так, всем стоять. Давай, бегом. Вон девочки стоят с твоего класса. Рома, рюкзак как этот, там кирпичи у тебя, да, Ром? Сейчас будут проверять температуру и ручки с септиком. Здрасте. Будем брызгать. Будешь брызгать ручки? Давай. Все, спасибо большое. Все, Ромочка, пока. Пока, сладенький. Идем? Давай. Вот Верушка. Верушка, всем привет. Вон там снизу столовая. Раньше был спортзал, теперь столовая, видите. Очень хорошо кормят, питание очень хорошее. В этом корпусе малыши тоже. Соня, давай быстрее. Ребятки, мы проводили деток, поцеловали, отправили в школу. А сейчас же едем на оптовку за овощами. Я смотрю, у меня процентов, сколько там, 5% осталось вот на телефоне. Я перед сном сидела в телефоне и не поставила на зарядку. Сейчас домой заедем, возьму зарядку, чтобы зарядить и что-то снять, потому что оно сейчас у меня в любой момент отключится. Вот едем в сторону Белореченска, и вот смотрите, кукурузу еще до сих пор не собрали. Она уже такая вся сухая, да, вот эти початки. Жесткие такие. Вот, и уже некоторые места собраны, да, где-то уже перепахали поля. Уже скоро будет подготовка к посадке на следующий год озимых культур. С утра пасмурно, вообще классно. Я люблю, когда пасмурно. Я люблю, когда, вот смотрите, температура плюс 21, плюс 18. Мы тут так здесь вообще, как эти, на сковородке. 40 градусов в тени было. Это просто ужас какой. Видите, ребятки, это все вот кукуруза, еще не собранная. Ну вот как заберут ее, и она пойдет на корм, да? На корм, Саня, или куда она пойдет? На масло пойдет такая? Наверное, да? Может быть, потому что семечки-то снимаю тоже, чтобы она вся засохла, правильно? Чтобы она была маслянистой такой, да? И потом она идет на масло. Видите, вот здесь уже собрали все. Здесь уже все лысые. Скоро будут пахать. Пахать будут. Там тоже, видите, все уже лысые. Все собрали, будут пахать. Время 8 часов утра. Сегодня 8 сентября. А, кукурузу валом. Видите, уже сентябрь, еще ее не собрали. Здесь уже все собрано. Белореченский район начинается. Ой,
Небо, да, такое красивое? Тяжелое такое. На улице так прохладно, так хорошо. И здесь вот уже спахали. У нас здесь, ребятки, чернозем. Земля здесь обалденная. Ребятки, а вот семечка. Мы постараемся обратно будет, когда выезжать. Я вам покажу. Видите, она вся тоже сухая. Вся головка, все, села. Выехали на трассу. Здесь, смотрите, там сады яблоневые. А вот тут клубника везде растет. Белореченск — это клубничный рай, клубничный край. А мы сейчас заедем к нашему знакомому. Он тоже занимается клубникой. И я вам чуть-чуть поснимаю, покажу. Вот, ребятки, здесь начинается теплица. Теплица, открытый грунт. Тут все идут. Идет открытый грунт и теплица. Все клубника. Люди уже вон работают с утра. Вот здесь готовятся новые парники. Видите, рассажена везде рассада. Увеличила. Ой, сильно увеличила. Смотрите, сколько здесь железа, парников. Новые посадки. А вон и сам Виктор, да? Да. Так вот растет клубника. Это все будет накрываться. У вас же здесь не было, да? Вы расширились. Почему? Здесь была это, грунтовая. Да. А, да. Грунтовая была, помню. Убрали ее. Вот земля повыгнула. А здесь у вас что растет? Какой сорт? Вот это? Да. Это гармония. И как она вам? Ну, пока еще не знаю. Посмотрим, сейчас вот посадили. Это рассадники, рассады. Ага. Это посадка 20 июля. Классно, классно. Тут уже и ягоды, и усы пошли. Вот это гармония. Это гармония. Да. Все такое. Да, мурана, она же вообще считается ранней нейтрал. Вообще обожаю. Самое, по-моему, вкусное, самое лучшее. Вот. Не, гармония тоже по вкусу, ягода вкусная. И у нее мягче ягода, чем на муране. Видите, здесь вот все зачистили. Маточники. Сейчас. Да. Там с той стороны все посадки свежие. Вот здесь рассадник. Вот здесь рассадник, да. В кассетах. У вас идеальная рассада. Вот сколько я смотрела, знаете, продают кассетную рассаду. Обалдеть. Саня, здесь идеальная. Да. Виктор! Обалдеть. И вся здоровенькая, ничего не крутит, никакие не клещи. Это вот. Она вся уже корневая. Да, уже корневая, вся хорошо. Смело сажать можно. Вообще теперь сетка, теневка здесь. Итак, ребятки, это Белореченский район, Белореченск, Краснодарский край. Вот так вот сетка, теневка сверху, чтобы внутри все не сгорело. Видите, каждый тут парник, каждую тепличку. Вивара, да. Смотрите. Сентябрь месяц. Адский труд, ребятки, адский. Мы это все прошли. Адский. А вот здесь
молодняк, красотки. Как приятно видеть рассаду, когда она, блин, она когда она здоровая, здоровые маточники. Ну, видно, видите, оно все пышет. Лист чистый. Это вот июльская посадка. Так вот, везде, в каждом балагане надо убраться. Так все вычищают. Видите, вот. Так вот. Здесь много, очень много балаганов у Виктора. И чистота сорта 100%. Не будет так, что если вы возьмете рассаду, она у вас другой вырастет. Нет. Это уже настолько проверенный человек. Видите, вот так вот замес делают. Тоже немало денег уходит на вот этот замес, чтобы набить вот эти кассеты. Потом срезается. Вот здесь молодничок, видите? Лялюськи, лялюськи. У нас скоро тоже будет вот так, лялюськи, вот так вот. Лялюськи. Здесь вода, еврокуб. Ну, такая вот красота, ребятки. И там, видите, сколько будет теплиц. Там конца и края нет. Видите, ребятки, вот как. Вот такие бугры. На них пленка вот такая черная, чтобы трава не росла. И вот так вот дырочки там. Вы тоже видите, вот капельный полив, вот орошение. Отсюда идет вода. И вот такие идут розеточки. Потом эти розеточки срезаются и укореняются в кассету. И это называется кассетная рассада. Вот, красотка. Потом Виктор сказал, видите, вот железо вбитое. Он будет на 3 грядки делать теплички. Ой, работы здесь сколько. Ну, у Виктора рабочие. У Виктора рабочие. Тут, потому что такой объем, я не знаю, сколько здесь гектаров. Тут, видите, не кончается. Там еще теплица. За этими теплицами, вот за бирюзовыми, еще теплицы. Вот за теплицами. Вон там еще гектар, еще вон там гектар туда идет. Джоли сорт. Видите, вот по 3 рядочка идет тепличка. Дождь прошел сильно, грязь такая. Видите, а здесь уже недавно, 2 недели назад высаживали. Видите, молоденькая посадка. А здесь в июле. И она уже дает усы. Дает рассаду. Так вот. Видите, вот так лист срезается полностью. Вот, видите? Поближе покажу. Вот, видите? Потом будет обрабатываться. Вон сколько этих листов. Ёкарный баба. Здесь еще не чистили. Здесь вот почистили тоже тепличку. Видите? Видите? Ну, здесь вот новые сорта у Виктора. Он будет их смотреть, пробовать. Ягоды здесь много, грязь. Видите, пленки нету, ничем не застелено. И видите, прям клубника лежит прям вот вся вот в глине. Дождь прошелся, и все в глине. Дождь хороший был, видите. И она потом... Блин, грязь такая. В том году видите? Вивару я собирал. Вот. Свежая посадка. Видите, вот листик да. Идет. Молодцы. Так вот все. Тоже, конечно, там немножко бы этого гантенчик надо собрать. Но, тем не менее, все равно. А я поехал. Все, ребятки, а мы едем на оптовку. Видите, как сегодня пасмурно. Это вот все клубничка. Кстати, вот эта клубничка, она едет и в Ростов, и в Ставрополь, и в Москву. Это скоро будет накрываться, чтобы она раннюю ягоду снять.
Ну, тут конца и края нет. Это за деревьями. А мы едем. Тут ехать близко. Вот там дыни продаются вкусные. Наши любимые сейчас покажут. Видите, как тарится? Нет, не корреспондент. Вы корреспондент. Смотри, машина, Саня, колеса, посмотри, какие колеса. Вообще там сдулись или что. Она уже бедненько. По 25, любимая наша дыня. Наша любимая дыня, мерзачунка. Ой, это мед, Саня, давай возьмем. Давай возьмем. Почему она? 25. Ой, это просто мед. Сколько?